Так, и переходим к наиболее плотным посылочкам. Посмотрели мы с вами галстук. Да, ну что, не подходит он для распаковок. Так что, посмотрели с вами галстучек, посмотрели вечную спичку. Теперь у нас что-то еще. Еще. Сейчас распакуем и посмотрим, что же там такое. Это маме подарок. Штучка. Вот такой вот подарочек маме. Покупала недорого. Что-то в районе 200 рублей, что ли. 200 рублей, по-моему. Ну, вот такой прикольный. Подвесочка у нас. Почему не рожа отпадает? Вот это вот непонятно, конечно. Ну ладно, не будем подать суть дела. Ну, в принципе, так прикольно. Стразики тут разные есть у нас. Цепочка, не знаю, будет нормально или нет. Потому что всегда проблема, когда из Китая заказываешь. Цепочки очень маленькая длина. Вот. Ну, сейчас я узнаю. Маме примерим, и я вам все скажу. Все, не отключаемся.